Всем здорово, меня зовут Джован Халикаст Прима, продолжаем играть с Радио Вали. Короче, я не понял, Эмили там что с ней? А, да, я же загуглить хотел, все, прямо сейчас гуглю. Так, Эмили. Эмили, нажимаем. Так, вот она тут. А, день рождения, твои сердца. Так, вот, смотри. 14 сердец. Какие 14 сердец? Подожди, 14 сердец не бывает же, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, 10 максимум. Так, ладно, не будем смотреть. Так, где 10 сердец? 10 сердец. Эмили приглашает вам писать, просто прийти в темный лес после 20... Так, подробнее. Вы с Эмили идете в палаточный поход в тайном лесу. Вдруг вы слышите, из чаще Эмили говорит, что ей прохладно. И подвигается к вам подлиже. Вдруг появляется медведь, он рычит, движется к вам, вы убегаете в палатку, медведь обнюхивает все и уходит. Эмили говорит, что один спальный мешок остался снаружи, но она больше туда не пойдет, и вам придется спать вместе. Палатка движется, экран гаснет, и сцена заканчивается. На следующий день Эмили пришлет вам письмо. А если не прийти? Подожди, у меня осталось это или нет? И что за 14 сердец, я не понял. Это обнова или что? Подожди, я сейчас посмотрю, что за 14. 14 сердец. Какие 14, как это? Что это? Ладно, не буду смотреть, потом может мне это как-то по-другому покажут это. Я убрал. Клюква, значит, опять созревает. Что-то как-то быстро созревает, я тебе скажу. Мне это не нравится. Пшеницу, подожди, уберем. Муки у нас дофигища. Вроде как, все хорошо. Чемоданчики вот эти сюда положим, раз уж. Непонятно, что пока с ними делать. Пошли собирать опять что. Это наш 60 тысяч вообще-то. Так, только кофейка бахнем хотя бы. А лучше и кофейка, и этого угря. Да не, мне кажется, что в 10 часов, если сегодня прийти, то тоже будет у Эмили. Так что сегодня ждем 10 часов. Тоже не вырубаемся. Кофеек я там посадил, кстати, нет? А, не, я только перец посадил. Надо кофеек там посадить еще. До пьера не пойду, мне впадло. Хотя там подарки можно... Не, нифига. Подарю вон остатки джема мелкой и марни. Это подбери, это тоже. А, как долго. Кстати, а вот мне написали, что типа я хороший, все дела. Где это? Да, у всех поднялось на одно сердце. Батат созрел. Если вот так вот. Нифига. Смола что-то, а во. Хотел сказать, давно не это не делалось. Там забор сломан, кстати, да, по-моему. Но я этого не вижу. Так, а смола. Смола сюда.
Ну из-за собирательства так-то может упасть качество собираемых ягод, правильно? Из-за того, что плохо их собрал. Плохо отобрал там и все такое. Так что собирательство, возможно, тоже все-таки влияет на это. Хотя вообще у меня собирательство должно быть десятки, нет? Может, надо именно уличное что-то собрать для этого? Для прокачки навыка. Да, вон забор уже весь умирает там. Так, клюква сюда продам сразу. Раз, два, три. Хорошо. Железные слитки два закинем еще. Давай возьмем, значит, медных 5 все-таки. Раз, три, четыре, пять. Пошли к этому кузнецу. Не-не-не, пошли вначале погладим. А, еще кое-что. Семечки. Я думаю, так должно хоть... Ладно, 3 ряда пусть будет. Все, так точно должно хватить. Остальное пока что давай пшеницы досадим. Чтоб мука опять была бы. Много муки. Там посажу редкое семечко рядом. Три редких семечка сверху будут. Так, это для муки. Так, и сыр надо все-таки замутить. Так, погладил, 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 погладил. Погладил. Как вы далеко убегаете-то, а? Еще кроличья лапка будет? Мне нужно еще одну носить, чтобы удача была повышенная, а вторую Юнтуру отдать будет. А не, что? Зачем вторая? А в магазин отдать Джоджо Марту, грузовику Джоджо Марте. Не уверен, что он этого заслуживает, но ладно. Так, батат в холодильник. Где кофе? Ага. Улучшить инструменту Клинта в первую очередь, да? Пошли. Опять что-то я забыл, а? Только что об этом думал и забыл. Вот что за фигня. Помимо инструмента еще что-то. О! Все, построил полностью, да, типа? Так. Пеликан Товл. Товн. Товн это что, замок? Библиотека? Тон башня? Тауэр башня. Не знаю. Все, все таки зашли, офигели, все тут починено. Такие, а что это за звезды тут, фиг знает, ну класс. Диметриус. Сейфы что-то там разотрывают. В сейфах так-то еще и бабки же должны быть, нет? Хотя это Джунима забрали. Этот в шахту там пошел. А чё это по поводу того, что как бы я хотел улучшить инструмент? Не знаю, как тебе это удалось, Джава, но наш клуб еще никогда не выглядел лучше. Город Пеликан перед тобой в большом долгу. Мы все так рады снова собраться в клубе. А чтобы отблагодарить тебя, я вручаю тебе самую важную награду в этом городе. Награда Герою Страдию. Ты действительно ее заслуживаешь.
Вообще-то Джунимки все отстроили, но, бля, я их за это там заплатил нормально. Награда герою с радио. Вы получили награду. Хорошо. Голос бу-бу-бу-бу-бу-бу. Чё? Чей голос? Кто это? А, Морис. Продажи резко упали. Куда делись все мои покупатели? Чего? Все мои покупатели здесь? Это плохо. В смысле здесь? А что они тут делают? Они здесь покупаются, что ли? Ну что, нравится тебе? По старинке это как, дуэлью? Ну давай так, я не знаю, примирение. Это ничего не значит, я просто устрою скидки в 75% и все мои покупатели приползут ко мне просить прощения, вот увидишь. Нет, не в этот раз. Все сюда. Не понял, и чё они? Забастовку против Морриса сделали? А в чем он виноват? Помню, когда я только переехал в город Пеликан. В этом здании всегда было шумно и весело. Мы вместе старались, чтобы город стал лучше. Мы были как одна большая семья. Так, а Джуджимар тут при чем? Джордж, ты всегда сидел здесь на кухне. Решал кроссворды, попивая кофе, помнишь? Вот были времена. Эмили, ты вышила флаг специально для ярмарки Долины Страдио. Я помню, ты годами до ним работала. Было очень весело. Вилли. Йо. Помнишь, когда твой эксперимент с крабами вышел из-под контроля? Хе-хе, как же помню. Кто-то утром... Мы заходим, а они по всему клубу ползают. Нога спас тот день своей замечательной мыслью. Крабовый пир на всю долину. Мне до сих пор снятся сны о том чесночном масле. Вы понимаете, наше сообщество делает наш город особенным. Когда здесь появился Джорджа Март, мы это потеряли. Не, ну прикольно так, атмосферненько. Но теперь Джава дает нам второй шанс. Я прошу вас присоединиться ко мне и бойкотировать Джорджа Март. Мы сможем вернуть наш старый образ жизни. Вот только насчет этого я не совсем понимаю. А Джорджа Март тут при чем? Типа... Что... Он же просто магазин, он просто продает и все. Кто со мной? Я слишком долго здесь живу, чтобы дать городу развалиться. И меня запомнят. Что-то такое? И меня, никакой больше Джорджа. Мне надоело. А Гюнтер даже тут. Все, Джорджо ушел. А что, Джорджа Марта не будет больше? Подожди, я еще водителю лапку не дал. В Моррисе и его прихвостнях из Джорджа Марта никто больше никогда не слышал. А, о Моррисе и его прихвостнях. Прихвостнях. А, так там же работали люди здешние, блядь. Какие прихвостни. Вот Пэм там работала, блядь. Шей. Блондинчик. Так, а... Так, у меня награда, а еще я иду к этому, к кузнецу вообще-то. Надо по поводу Джорджа Марта посмотреть, что там еще. Но сегодня мне в 10 надо все-таки пойти в это место. Так, давай вот это вот. Я медные слитки не взял. Бля, я их убрал вместе с железными. Спасибо. Ай, бляха. Да не надо в шахту, ну... Прекрати так себя вести. Да прекрати. Я думал, там тоже вторая будет в списке. Оказалось, там вторая другая. Так, а улучшить? Давай мотыгу. Да-да-да, давай. Начинай, заканчивай там как хочешь. Как хочешь, так и делай. Тут под конец уже ничего копать я точно не буду, скорее всего. Так, Джорджа Март, пошли сходим к нему.
Закрыто. А этот все еще тут? Так, понятно. А зачем удача? И кто этот водитель? Банкрот. Вот так-то. Взяли, обанкротили компанию. Морис, по-моему, вполне себе нормально подходил к делу. Мог предложить действительно дешевые цены, правда, неизвестное их качество. Чудо связи, как призрак, сокрушают баланс. Ой, отстань. А хотя это же повышает... Ну, не хочу я в пещеру пока что. Пока что в пещеру я не хочу. Что у нас дальше по заданиям-то пойдет? Разыскивай Самар, поймай кальмара. В зимние ночи в океане... А, Амар. Так, Амар. Давай Амара загуглим, ладно. Но это особое задание, оно дается без моего спроса. Амар, поэтому давай посмотрим, что там. Амар. А, так у меня... А, не. Ловушка... А, так я же положил вроде. Амар на это, в океане, да? Сейчас посмотрим. Ловушка в океане. Вот здесь ловушки я забрал, в океан вроде убрал. Или они тут все еще? Забрал, все хорошо. Осталось только... А, или я их не положил в итоге. Тут какой-то конкурс был, да, я не смог их положить. А, нет, положил. Так, нужно это побыстрее взять. Наживку взяли. Амаров ловим. Хорошо. Так, где у нас, значит, эти кораллы? Что там прячется? Морской еж. Не, ну для удобрений кораллы нормально тут ловятся. Надо будет перед посадкой, короче, новых культур в следующем году. А, так там зимние будут, да? Ну тогда в следующем, после зимы. Что ты мне скажешь, нет? Привет, это у тебя Пьер вчера купил клюк. Ой, отстань. С этими вашими репликами беспонтовыми. Так, ладно. А, нет. У тебя что-то изменилось, кстати? Ну-ка, поболтаем. Семена в продаже. Помнишь, я у тебя как-то вчера... Ну, чё? Жене очень понравилось, а Эбби начала уплетать за обе щеки, когда я добавил больше соевого соуса. Ну, так, что там у тебя? Сегодня у меня выходной. Хм, чем бы заняться? Выходной. А, сегодня же среда. Сегодня же среда, кстати. А он работает. Все, типа, Джордж Мат закрылся, и он работает, да? Реально, сегодня среда, у него выходной должен быть. Пошли зайдем в узелок, посмотрим, что там как. Никого нет, что ли? Они по выходным тут будут собираться или как? Или мы как бы починили, но они по факту не будут сюда приходить. Чисто просто как бы душевная сценка пришла, и они такие, ну все, пошли домой. Стоп. У меня есть целых два джема. А я могу подарить кому-нибудь вот это? Не, это чисто под поставить. На тебе джем, короче. И тебе тоже. Так, 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 так. Кроличьи лапки второй нам не дают. Чтоб подать водителю. И чтоб с собой еще носить. Потом еще что нам надо. А, кораллы. Вообще там есть место для ежа. Так что пусть он там и живет пока. Так, потом. Давай три этих. Кварца. Железо прилично. Еще можно потом сразу... 5 сразу отдать на улучшение лейку или и лопату опять-таки. Давай, наверное, лопату. Хотя... Ну да, лопата понадобится в следующем году, так что давай
лопату. А лейка не очень понадобится. Почему у меня 5 меди... Ой, железо. А, ну да, сразу отдам после починки, да, типа? Типа я так решил. Ладно. Поехали так, кофеёк. Не помню, гладил я, нет, опять-таки. Нам 10 часов нужно дождаться. Так, давай медаль куда-нибудь вот сюда вот поставим. Вот так вот. Ты приходишь такой ко мне на ферму и смотришь такое, а ты что такое? Ух ты, медаль, ебать. В ней еще вода. Дождевая. Нормально тут вроде все. Почему этот не такой, как другие? Там было удобрено по-другому. А можно сделать меньше? Вот смотри, если, например, вот этот поставить вот сюда. Да, он будет поливать две клетки. То есть вот тут две поливает этот. Эти две поливает тот. Эти две поливает этот. И эти две поливает... Ой, вот тут, до сюда. И остается только вот это место. Вот этот квадрат. Раз, два. Вот сюда один ставим. Раз, два. А, он тут не будет поливать линию. Да? Да. Да и так нормально. Даже если и может быть лучше, то на копеечке. Так, давай заберем все персики, гранаты, яблоки, апельсины и персики опять-таки. Качество теперь будет другое, да, у персиков всегда. Это и хорошо, и плохо. Просто пока что еще старые остались, место занимают. Джем теперь будем делать, собственно, из них. Ой, батата, дай. Персик, гранат, дыня. А, это дыня. Ай, пофиг. Мы большую дыню так и не сделали. Собственно, выгода в деньгах как-то не особо сейчас нужна. Чисто ради интереса хотелось сделать, но почему-то оно не выросло. Надо было, наверное, больше делать. Прям много. Или сплинтер нормальный нужен был, как сейчас. Так, мало у нас как-то... угля. Откровенно говоря. Он вроде быстро делается, нет? Блин. Алло, уголь. Дай себе сюда. 9 часов. Как раз уголь заберу и побегу. Ну, уголь. Бляха. Хорошо. Так, Эмили, я надеюсь, там. Потому что если все профукали, это печально как-то. Блин, каменный забор тоже ломается. А, забыл про гриб этот. Ну-ка. Красный гриб. Типа красные грибы, да, можно так мутить? Он будет раскидывать шишки от себя или нет, интересно? Не знаю, зачем мне красный гриб, конечно. Но, наверное, это неплохо. Да, нормально. Фуф. Ну, просто в квестах не отображалось, я думал, все. Так, вот мы типа сидим у костра. Так, медведь мой друг вообще-то. Здесь так интересно, правда? Такая вправо-влево посмотрела, знаешь, в тишину. Мне отвечать надо будет, да? Отвернулся такой. На самом деле, немного жутковато. Тут прохладно. Теперь
типа обнимашки. Вот, собственно, и медведь. Так это же наш друг. Он должен сказать здорово. Он тоже испугался, типа. Смолы нету, извиняй. Блять, в куст ушел и сидит. Медведь, надеюсь, он не голодный. Ох, второй спальный мешок остался снаружи. Я туда ни за что не вылезу. Ты ведь не против того, чтобы воспользоваться одним на двоих? Это то, о чем я думаю. Ага, наверное, да. Так, 60 тысяч за клюкву. За клюкву получили, хорошо. Это хорошо. Это приятно. Собственно, все, дары земли. Всего через пару дней на всей республике Фернгнил начнут праздновать День всех духов. Одна из среди праздничных, о которых знают не все, поиски золотой тыквы, если вдруг в нашем городе. Тыква у меня была, да. Тыква у меня где-то там была, я ее продал даже, наверное. Еще у меня кирка должна быть готова. Ой, не кирка, а это. Я открыл заднюю комнату магазина, заходи когда... Давай. Так, что у тебя? Джоди, с этим рецептом... мороженое, спасибо. Так, кто еще что? Новый рецепт от Кента. Хруст, что-то там. Ой, еще что? Жаркое из фасоли, хорошо. Ужин из лосося, окей. Дары осени, окей. Рыбная пока, окей. Теперь магазин у Пьера открыть 7 дней в неделю, это хорошо. Реклама, блин. Спасибо за компанию вчера ночью, было здорово. Я даже рада, что тот медведь на нас наткнулся. Блять, с любовью, Эмили. Окей. Скоро увидим. Так этот медведь специально подошел. Это мой кореш. Что происходит? Я не могу закрыть. Ага. Так, у меня нету угля. Можем закинуть, конечно. Так. Не, по-любому сейчас должна быть готова мотыга. Или нет? Или два хода? Я не видел надпись. Но по логике должно быть готово. Так, тут у нас кончается вообще-то. Кончается наш кофеёк. Успеет ли он созреть? Выпей, пожалуйста. Так, там вообще должно созреть уже, по-моему, 6 дней же. Нет? Нет, не прошло еще. Уходи от меня. Не прошло еще, думаю, 6 дней, видимо. Здорово. Бляха, вы надоели. Не может забор так быстро ломаться, понимаете это или нет? Я же только что починил, он не может взять и сломаться сразу же. Так как я чиню-то тогда его вообще? Нафиг вот эти заборы вообще нужны? И столько делать, что их чинить каждый день. А толк от них вообще какой? Где вторая лапка со второго кролика? Я вообще думаю при себе ее носить. Может, там что-нибудь будет с этим. Произойдет. С лапкой. Чай непонятный вообще. Так, давай соберем. Почему серебряная долго варится? О.
А, не-не-не-не. Не-не-не, забыл. Забыл. Так, у меня на сегодня какие дела вообще? Амара я не найду. Давай, Амар. Я забыл совсем. А, да. Надо на пляж посмотреть Амара. Если будет, то хорошо, если не будет, то плохо. К Вилли зайти надо на рыбалку. Ой, в эту. Помимо этого, нужно сыра сейчас взять. Для какого-то блюда на скорость. И сделать еще сыра, я полагаю. Давай, раз, два, три. Так, а сделано у нас тут 13, и вот еще, да? Нормально, по-моему. Так, давай тогда уберем это тоже в свое место. Ну и шерсть можно закинуть. Ну, конечно, тут не вся опять. Половина туда ушла. К курицам. Не страшно. Можно разделить их забором, по сути, тогда такого не будет. Я думаю. Просто блюдо угря еще удачи плюс один дает. Его можно как-нибудь по-другому использовать в пещерах. Так, вот это убрали. Сыр убрали. Батат убрали. А что, батата не было? Так, трюфель, трюфель. В эту надо было засунуть, забыл. Так, давай готовить. Кофеек весь. Тройной эспрессо готов. Потом. Где? Так, это не то. Собирательство, кстати. Подожди, а я... Нет, не для этого. Через сыр и... А, перец. Перец. Перца нету. Чуть-чуть-то хоть оставалось. Вроде как нет. Сейчас посмотрим чисто. Может, там не все переработал. Или может, он растет быстро. Фиг там. Ну ладно, перец ждем просто. Не страшно вообще. Пока что у нас вон тем более 3 угря есть. Полагаю, на 3 дня. Сейчас вернусь, грибы уберу. То мешаются. Пройду через клин... Ой, через клинта, потому что... Мало ли там будет. Готова моя мотыга. Я ее смогу улучшить. 139 тысяч. До посоха еще... Сколько? Дофига. 1 миллион 870. Ужас. Иридиевый топор сделать или нет? Так, тут задание старое. А, иридиевый топор. Давай. Давай улучшать. А, понял. Я так и думал, в принципе. Ну и ладно. Давай мне этого Амара. Да ты чё, какой мусор? Офигел, что ли? Так, Вилли, давай мне это, показывай свой проход. Подожди, для начала только дай мне. Слушай, может еще взять? Давай еще одну возьмем. Можно две. Можно вот так вообще. Вот так. 12 плюс 3, 15. Вот так, 15 наживок. Теперь-то он уж точно нормально поймает, да? Не понял. Почему... А. Ха-ха. Нафигачил, блин. Ну теперь-то Амар поймается. Все, сколько я потратил. Да вообще пофиг мне. Думал, куда больше будет.
Все, показывай мне свою комнату. Лестница на спальный чердак, вам туда нельзя. Так. Ну-ка, уебать, лодка. А, я на ней куда даже уплыть смогу? Ебать. Серьезно? Классно. Да, грустное зрелище, правда? Это лодка моего отца. Служила ему верой и правдой 50 лет. А сейчас едва ли на плаву держится. Я бы починил ее сам, но у меня нет нужных для этого материалов, друг. Да, 200 единиц твердой древесины для корпуса. Хорошо бы было начать с этого. Но нам еще нужно как-то починить билетный автомат и иридиевый якорь. Иридиевый? Сколько иридия надо? Я бы смог починить старушку, будь у меня все нужные материалы. Тогда бы я смог отвезти тебя на Ферн Айленд. Так, ну-ка. Ну-ка. Говорят, там есть остров со странными попугаями. Конечно, хочу. Да, я на это надеялся, друг. 200 твердых... Так, я не буду запирать двери, можешь приносить материалы, когда душа угодно, окей. Все, давай, я посмотреть хочу, сколько, что надо. Так, а... 5 иридиевых, изи. Так. 5 изи. 200 и не очень изи, но можно. Терпимо. Мы все робин не можем никак сделать это, но сейчас вырубим все деревья, которые у нас там. Сейчас вообще со скоростью плюс 1 я особо не это. Не чувствую себя быстро. Вот плюс 2 уже более-менее. Надо еще одно блюдо, которое делает скорость плюс 2. И к нему еще прибавлять кофе, чтобы было плюс 3. Вот это будет офигенно. Почему кофе... Кофе чисто для этого делается. Но при этом не дает плюс 2. Почему? Но даже энергии нифига вообще не делает. Ну хотя оно и выращивается довольно легко. Просто семена тыкаешь, да и все. Так, 5 иридиевых слитков, 200 твердой древесины. 2 твердой древесины, на ней пока сосредоточимся. Какая клюква? Какая нафиг клюква? О! Здесь вам не место вообще-то. Че, я пройти не могу? Слушай, а вот эти деревья, которые сейчас рядом растут, они твердые? А, десятка с одного дается. Подожди, это твердое или нет? Блин, оно сейчас туда упадет. Нет. Да, там твердая древесина. То есть, если я сажаю твердые эти, то и древесина твердая. А можно открыть проход? А. Серьезно? А, нет, калитка есть. Чё она меня не впускала? Сломалась, типа, поэтому? Прочнее, чем каменный забор. Самый прочный забор. Так, это, конечно, неплохо. 10 штучек я такой сделал, но... Черт побери, мне надо слиток железный, что в кармане был всегда. Количество 5 штук. Иридиевый у меня. Иридиевый тоже надо взять. И аккумуляторов 5. Подсочник уберем вот в этот ящик. Идем. Ага. Так, теперь, собственно, заменяем забор. Теперь открывается хотя бы. Я там нифига не вижу, так что отвалите от меня. Так, поехали вот так вот. Ёлка выросла, блядь, там, где должно было твердое дерево. Ладно, тогда вот тут оставим, потому что надеюсь, будет как бы от него твердые эти семечки выпадать. И они вырастут.
всего 10 заборов. И надеюсь, они как-то помогут. Между собой они нифига, да, не фурычат. Это вообще жопа какая-то. Так, ладно. Потом переделаем. Пошли за твердой древесиной сейчас. Не, иридиевый топор все-таки хотелось бы быстрее рубить. Посмотрим, вырастет ли здесь грибное дерево. Здесь я сажал, точно помню, где-то одну твердую. Как оно выглядит, только я хз. Вот это такое же, как то. Блин, неужто я его срубил нафиг? Типа решил, что дерево мне там где-то не надо, и рубил. Так, сено пополним. И избавимся от этой фигни. Ну всю землю, походу, надо обрабатывать чем-то. Тем же вот этим гравием. Потому что иначе все зарастает. Че я хочу? А, здесь все-таки семечко. Ладно, но у меня мало, все равно мало. Посадить посажу, но мало. Я попробую, знаешь, как сделать? Сейчас тут вырублю. Покажу. Раз там, где гравий, у меня все-таки выросло дерево от ели, значит, можно сделать отдельную территорию, по сути. Кстати, а если я ему еще раз принесу редкую ягоду? А, он уже все, дух покинул это место. Мне надо 200, у меня 199, я думал больше. 199. Каждый ход я 8 могу. То есть через 10 ходов только будет 180, грубо говоря. Ну, учитывая, что я где-то еще найду чуть-чуть, скорее всего, на ферме у себя. Но это плохо. Это мало. Я больше не знаю, где твердую древесину искать. Мне ее много надо. Так что, во-первых, камни давай. Так, кофе кончился, и все вообще кончилось. Так, камень. Камней вроде много. Ну, пойдет. О, тут есть вот это. Так, в кристаллиуме ждем, когда они в один день. Два алмаза мне дадут. О, понятно. Вот так. Со следующим ходом 5 железа по-любому надо, так что опять верни. Опять верни. Камень мы взяли, значит, теперь делаем так. Вот это место, да, берем. Вот тут вот как раз вот так вот пусть будет. Не, нифига. А, так. Вот тут сажаем его в центр. Да? Ну-ка, сколько клеток тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Значит, раз, два, три. Где-то тут. А, 16 будет вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А, чё? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Плохо. Неважно, ладно. Вот так вот две садим сюда. Потом делаем дофига дорожек. Кстати, у меня дорожек дофига разных должно быть теперь. Например, из крупных камней. Давай вот здесь из крупных камней будет. Есть еще
Тротуарное покрытие, между прочим. И стоит также камня. Давай тогда что-нибудь другое, только подумаем. Кристальное, кстати говоря. Потом, потом. Пока что вот, типа, подешевле что-то. Ну-ка. Деревянное. Грубоватое, дощатчатое. Не, из дерева там, где дерево, не очень, по-моему. Вот так вот. Тем более он какое дерево требует? Обычное. Фиг знает. Надо побольше по-любому. Больно до хрена тут прям надо. Так, вокруг них фигачим, значит. Так, 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 так. Чтоб не зарастала всякая хрень. Так вот, да. Так, потом, значит, здесь вот так. Бляха. Блин, время позднее. Так. И вот здесь, да, как раз? Вот, то есть, сюда. Как раз вот тут закрыть. Здесь проходик пусть будет. Сделаем его толстой дрой какой-нибудь, может, тут смежный. Так, потом здесь раз, два. Так, раз, два. Так. Раз, два. Так. Нет, здесь сделаем опять-таки проходик. То есть квадрат мы вроде себе обозначили, да, вот такой. Хорошо. Время час уже, нифига как быстро. Когда... делом занят, время летит. Ай. И когда в игры играешь? Два в одном. Так, так, так. В игре делом занят. Жестко, кстати. Сколько бы реальных растений я смог за это время вырастить? Интересно, пока играю в Stradio. Так, все, погнали. Вот тут будет место для забора, наверное. Хотя забор вроде как не занимает места, да? Или занимает? Клетку забор занимает или нет? Да блин, не надо вот упадать тут в сон. Ты уже почти добежал. Хорош. Фу. Так, сегодня у нас, во-первых, должно быть письмо от Эмили. Вроде как. Предсказательница, так, отвали. А, она уже написала, да, вчера, что я фигню несу. Тут кто? 500 золотых. Фонд помощи сельскому хозяйству. Теперь ты часть нашего сообщества. На эти деньги можешь купить побольше семян. Что за фигня? Чувствуется холодок. Приходите, когда завтра. Приближается зима. Может, это злые духи уже создают атмосферу для завтрашнего праздника. Да, день всех духов. Завтра день всех духов. Хорошо. Так, древние семечки опять-таки. Не знаю, зачем оно тут, но пусть будет. Почему тут кофеек? Вот это меня реально... напрягло. Зря беру и возвращаюсь. Надо вначале трюфели брать, а потом уже. Ой, как вы затрахали, а? Как это вообще так? Не слишком ли часто я его реставрирую? Все, всех погладил. Где моя лапка? Два кролика лапки не дают. Один дал, блин, второй не хочет. Жлоб кролик. Не надо есть. Вот, собери вот это. Никто не гуляет. Странно даже. Не успел, что ли, еще? Не понял, а где крайние эти? А, я же собрал их. Так, ладно, все, собираем. Это для хавки. Какой-то там. А, нет, свекла это для сахара. Ну да, для хавки, для сахара. Одну
одно и то же. Правда, там еще пшеница, наверное, это. Можно пшеницу и свеклу вместе засовывать в мельницу? Так, места нету. А как это одна не созрела? А, я там вообще зря посадил. Ладно, пофиг. А, места нету. Так, Кажется, давай посадим везде, где можно. Все равно она созреет, так что сюда тоже посадим. Там еще не готово? Нет, хорошо. А, там перец. Сразу видно, когда он готов. Так, вроде все хорошо. Пшеницу сюда. Кофеек. Сюда. Что у нас там еще? Шишки всякие, что они у нас делают? Так, джем тоже непонятный чел. Хотя его подарить можно. Давай подарим. Сено, ну-ка. Да, не ли... В смысле, в один день можно все засунуть? Это отлично, если так, но... Немножко странно. Я бы даже сказал, немножко, очень не немножко странно. Очень немножко, но не немножко. Хотя, ну, нет, ну... Может быть, мельницы и нет дела до того, как перемалывать, но как я различу потом, ну, разделю потом сено от сахара. По факту. Ну, чисто как человек, как ты будешь это делать потом? Чему? А, Джамми решил подарить, типа... Так, вот это вот все сюда. У меня какого-то дерева нету. Или оно в узелках. А, граната в узелках. Да? Граната в узелках, все остальные тут. Вроде так. И это Биг Мак. Пошли рубить... Не понял. Древние плоды. А чё, они не убрались, что ли? Опа-на. Так, будем надеяться, что от них семечки разрастутся вот сюда и сюда и так далее. А вообще, давай удобрим, чтобы зимой даже росло, потому что скоро уже все равно зима. Чтобы удобрить их, нужно волокный камень. Дофига так-то. По пятерочке. Ну, всего лишь два пока надо. Давай вот так, двадцаточку. Надо, чтобы они побыстрее раздали семена. Потому что потом будет жопа. Так, тут два вот этих. Все. Так, ну тут понятно, все зарастет, все фигня.
Дальше, у нас лопатка должна быть готова, и вот эту вот каменную дорожку нужно как-то это... Ну ладно, забор давай. Давай забор из железа сделаем. Чтоб он не так быстро ломался. Да, все. У меня железное надо сделать лопатку и эту лейку. Железные эти есть у меня. Так что на пятерку точно хватит. Железные... Руда железная. Ой. Переборщил что-то я, ладно. Не, я как бы понимал, что-то есть у меня, но такого я делать не хотел. Я хотел как бы, ну ты понял. А, у меня и нету железной руды, оказывается. Почему я думал, что есть? Понятно, за железом надо в этот, в подземелье. Ну, заборы сделал зато. Дерьмовое. Так, а здесь проходик будет. Здесь тоже проходик будет. Здесь тоже будет проходик, наверное. А зачем тут так? Большой проходик будет или что? Пусть пока вот так сделаю. И вообще, в принципе, он... Тут дорожка, а тут хоп, и это... Тут тоже дорожка должна была быть тогда. Да? Пофиг. Здесь проходик. Соответственно, как и там, вот до сюда. Проходик, правда, прямо в дерево идет. Ну ладно. Страшно, обойти можно и... Как-нибудь справимся. Вот так. А с этой стороны что? С этой не надо, да? Пофиг. Думаю, да. Думаю, именно так. Потом. Давай здесь вот так вот пусть будет тогда. Здесь я не знаю, что делать, поэтому просто пусть тоже будет камень. Вот так. Дерево я убрал, все? Нет, хорошо. Раз, два, с... Какой странный проход, однако. Чё это такое? Так, ладно, понял. Это убрать надо всё-таки. Вот так. Всё будет открыто. Здесь типа большой проход. Подожди, а что такой огромный? Что-то он как-то даже прям встроился в эту как-то. Вот тут должен быть проход, а не там, прям в нем. Вот, вот так. Так. Все, нормальная территория, чуть не нравится. Вполне нормально. Кроликов я гладил или опять забыл? По-любому гладил, как обычно. Да, вот Билли. Странный Билли подошел к нам. Так, вот здесь вот тоже надо все зафигачить чем-то. Большими камнями? Давай большими, ладно. Чтоб какое-то это было. Другое типа что-то. Здесь нам тоже ничего не надо будет, так что вот так. Здесь лес для обычной рубки, то есть вот тут. Просто хоп и нарубил нормально. Там у нас лес посерьезнее. Ух ты, бляха. Он где-то уже вообще пропал. Вот каменную дорожку не надо ломать, дурак. Где ты ее сломал, положи. Я там ничего не вижу вообще-то. Чего вы мне за испытания такие устраиваете? Ай.
Это хорошо. Плохо как бы то, что все сгнило, но... Сейчас вроде уже все сделаем. Как вы поняли, забрать я свое уже не смогу сегодня. У Клинта. Тем более... У меня нету железа, чтобы... Вообще забор весь уничтожим. Вот это вот не надо делать. А, это проход. Хорошо, что хоть проход не ломается никогда. Может, все из проходов чисто сделать? Все, вроде забор полностью готовый. Хорошо. Здесь можно так-то тоже забор зафигачить вот так. Нет, тут прям в проход пойдет. Не надо. Да и в принципе, зачем мне забор, где лес? Хотя здесь же зачем-то сделал. Здесь для красоты пусть будет. Тут, типа только твердые деревья. Давай еще. Сразу заранее удобрим рядом стоящие клетки. И посмотрим, способствует ли это тому, что там вырастет дерево. Не так много. Ну, где-то вот две. Будет ли благодаря этому там дерево вырастать? Вот надо было, кстати... А, нельзя. Надо было вот тут две клетки еще. Вот здесь вот надо было засадить, а здесь, наоборот, что впритык было. Но сейчас же переделывать фиг знает сколько. Потому что от этого шишки будут туда лететь. А этого нам не надо. Мне сейчас нужно успеть вырубить лес. Потому что завтра он восстановится вроде как, да? А наши 8 твердых деревьев, это тебе не хухры-мухры. Ты что, продаешь еще? Жалко. Вообще тут лес блестит. Смотри, он блестит все. Кстати, я там, где твердый лес вырубил, там теперь обычные эти вырастут. Ели, скорее всего, да, какие-нибудь. Что это значит? Что подсочники надо будет туда зафигачить? Или что мне нафиг не нужны? Эти места для деревьев. Фиг знает, но семечек мне не дали. Чаек мы в холодильник, конечно же, уберем. Камней мало, капец. Потратил все. Так, камень давай сюда. Че еще там надо сюда? Дерево сюда. Сено, сено мы вроде как сюда убрали, да? А, не, сезонное. Туда, где им положено быть. Потом. Это типа дарим. Это типа волокна. А не сюда. Вообще волокна тоже надо мутить. Блин, две железки. Чё так мало? Мне желез надо 10 вообще-то. Нафиг я все с забором потратил. Я shift зажал, но как-то быстро так. Тух-тух-тух и все. Я же не хотел. Так, деревянный забор скоро опять чинить. А, да, сделаем там тоже железный забор. Давай. А то постоянно чинить его задолбаешься. Так, каменная... А, ладно. Там места уже нет в том сундуке. Надо как-то его тоже это... Более узкоспециализированным сделать. Вот это зря. Это ты, блядь, зря. А, его еще и ломать киркой. А этот, типа, дерево по этому дереву. Ой, топором.
кстати, а когда ты на ком-то женат, если тебя вырубит дома, то тебя также Пьер напишет, типа, ты вырубился, без сознания, все дела? Или будет считаться, что тебе помогли? Что-то забор как-то не прилипает к железу. Да где я не вижу нихера? Короче, вот тут вот он был, да? Прямо у края. Или нет? Вроде да. Пофиг, вырубимся. Не страшно, что он сам заберу 1000, может даже 2, пофиг вообще. Вообще, по-моему, не забрали. Удача не на вашей стороне. За железом сходить, если, то вообще пофиг на удачу. Кто там меня нашел? В следующий раз постараюсь прийти там. Я нашел тебя лицом в грязи во время моего трехчасового обхода. В следующий раз постараюсь прийти домой пораньше. Марлон? Кто такой Марлон? Подожди, Марлон это кто? Даже не Льюис. Линус мне блюдо дал. Нашел в мусорке, да, по-любому? Чё за блюдо-то? Жареный... чё? Кальмар. Спасибо, но дерьмо. Съем сразу. Как говорится, чтоб не пропадало. Так, хорошо. Здесь, значит, это собираем. Это сразу все-таки убираем. Потом забор надо сделать сейчас. Сейчас еще мешать эти будут. Вот почему он не прилипает. Потому что... там еще деревяшки остались. Ой, не то. Не понял, были же ворота еще. Или тут не было прохода, ладно, нафиг он тут нужен. Второго кролика не вижу. А, он уходит. Ты гладил, нет? Борька. Борька, дай мне ножку. Лапку мне дай. Нету, да? Нету, не вижу. Так. Сыр нужен, кстати говоря. Всем забыл. Ткань не знаю куда, но пусть лежит. Кстати, там и это масло же можно делать. Я все сюда таскаю. Сыра всего лишь 3, но у нас там холодильник еще есть. Хорошо. Потом тут что? О, перчик. Почему не в одно время, блядь? Ну, пиздец. 3 перчика не созрели в то же время. О, сладкая ягодка. Давай-ка ее вот так вот. Нужно где-то 3, чтобы было хотя бы. Вот там вот 3 их растить. Потом еще вот так вот ряд весь можно заполнить. Хотя бы один. Вот как этих древних один. А, вот с этой стороны. 3, отлично. Так, пшеница, извини, но вообще... А, не, может удалиться удобрение. Тогда ждем пшеницу, потом сажаем.
Так, перчик можно в этот положить. Эти два сундука, в принципе, могут это выполнять одну функцию. Склада. Заборов всяких, покрытий и так далее. Так, потом сюда надо... Сюда что-то надо по-любому. А, трюфель. Так. Тут у нас не хватает, да? Не хватает, хорошо. Пока не надо, это значит париться. Убираем все в холодец. В холодец. Хоп. Как раз для трех перчиков, да, место? Все остальное вроде не надо, все отлично. Сейчас посмотрим, что у нас тут можно сделать. Где она? Вот, скорость фермерства. 17, отлично. Вместо угря будет. Хоть скорость плюс 1, кстати, а может скорость плюс 2 все-таки есть где-то. Я даже не посмотрел уже толком. Так, а... Поехали, раз. Нет, нет, ничего, ничего, ничего. Здоровье, фигня. Максимальная энергия, фигня. Плюс 2 собирательства. В принципе, давай сделаем одно. Когда будем собирать клюкву, посмотрим. Тут тоже, кстати, скорость плюс 1. Ну, вначале угря съем, потом крабовые котлетки или подарю их всех. Мне их нафиг не надо. Рыбная ловля плюс 1 тоже не нужна. У меня, во-первых, есть плюс 3 там где-то, я научился, вот. Во-вторых, плюс 4 я покупал. Так. А удача плюс 3, да, это классная. Ну а чё на карамбал? А, морской огурец. Да, я его тогда ловил специально. Так что, в принципе, это, надо обед по удачу как-то это... экономить. Так, где скорость-то плюс 2, а? Подожди. Мороженое. А мороженое что просит? Сахар и молоко всего лишь? Но оно и дает так себе. Так, это мы думали, что оно классное, но говно. Что оно просит? Редис и красная капуста. Ну, я их больше не выращиваю, все правильно делаю. По сути, редис и красная капуста больше нигде и не нужны, да? Надо все блюда сделать эти и есть их просто так. Собирательство плюс 2 защита, фигня. Скорость плюс О. А, он у меня есть. Где? Собирательство плюс 2, блины. А, так я же сделал там бургеры, они лежат, чё я. Надо было съесть, я забыл про них. Так, плюс 1, это мы понимаем. Нету, походу. А, вот скорость еще. Ну, тоже плюс 1. Ну, чисто теоретически, смотри. Это дает нам... Где? Скорость плюс 1. Блин, фермерство плюс 2. Пропадет навык. Просто я думал использовать 3 блюда, чтобы каким-то образом пропал навык не скорости, а другой. И в итоге остались 3 скорости от блюд. Ну, так не сделать, походу. Жалко. Жалко. Пошли к этому, блин. А, не, пошли в шахту. Почему твердой древесины в шахтах нету? А, давай в карьер. Чё нам? Тут быстрее, наверное, будет. Ага, быстрее. Ебать, тут вообще ничего нету. Абсолютно ублюдский карьер. Не боюсь этого слёва. Слёва. Не побоюсь этого слова. А, я же могу разговаривать с этим, пофиг на него. Вроде специально искал, а в итоге пофиг на него. Так, а железо где оно находится-то? На 50-х, да? 55-й где-то. Так, у меня там какое-то блюдо, которое скорость дает, которое нужно избавиться. Давай угря. Удачи немножко понадобится, а то у меня слишком не веселый день сегодня. Теперь две скорости, вот здесь есть еще тоже скорость. О, как удача решает.
наверное. Откуда им было знать, что мне нужно именно железо? А, это капля. Ладно, бери. Быстро махает. Так, сколько железа у нас? 14 уже, в принципе, достаточно, да или нет? Надо, чтобы 10 было. Блин, там есть, ну пофиг, одна железка. Внизу должно быть лучшего. Простите, но мне на вас пофигу. Спасибо. Вот эту эссенцию, да? Маловато их что-то. А, фигня. Хотел сказать, о, свиток. Так, все, пошли отсюда, нафиг. Мне нужно сейчас это. Переплавить его, наверное. А, к празднику. Ладно, тогда... Автобус. Ну тогда переплавляем просто. Мне все равно кирку сегодня не отдадут. Сегодня праздник. О, здорово, Эбби, куда идешь? Привет. У нас вчера на ужин было что-то. Да ты надоел. Куда ты идешь, лучше скажи. Привет. У тебя сегодня такая крутая прическа. Новая? Хы. Не знаю. Слушай, она на ней вроде старая. Вчера вечером у Пьера была распродажа артишок. Ой, это станет мне. Вы надоели мои продукты обсуждать? Куда она, кстати, едет? Она, типа, поехала или что? Блин, хотел выкопать, а у меня нету. Куда она? Просто постоять тут? Интересно. Приготовление ей... Ее изматывают, наверное. Не нравится ей. Или она там мешается и такая, типа, все, я пошла. 50 для чего-то надо было солнечных эссенций, не помню для чего. То ли для вольера слаймов, то ли что-то такое. Во. Притягивает предмет, увеличивает силу атаки, сияет. И урон от атак на 10% возрастает. На что поменять, если я захочу его? Удача плюс один. Наверное, на удачу. А, не, на защиту плюс 5. Нафиг мне эта защита. И так нормально. Пожрал, да и все. Так, во-первых, я забыл ПМ подарить это, наверное, вот это. А во-вторых, я тут чисто вот для этого. Железо. Так. Зимний корень, блин. Чё у меня по мусору? Так, это нужно Вилли отнести. Давай вот так вот. Вилли это отнести, потом Вилли отнести. Ай. Это нужно Клинту будет отнести. Так, это Вилли отнести. Это Клинту. Дерево, просто дерево. Живота. Каждая, блин, штучка теперь в инвентаре, блин. И место на... Чё это убралось? Чё убралось сейчас? То, что Клинту надо было отнести? Подожди. Там у меня было... А чё у меня там было? Я даже чё-то потерялся. Собирательство, вот оно, плюс 3.
Так, а чё только что её... А, раз, два, три, четыре, пять, точно. Хорошо, деревья тогда всё-таки уберём. Нафиг... А, не-не-не-не. Мы их сжигаем по полной. Там сейчас уже будет. Масло сюда. Уголь. Ко мне. Новый уголь давай закинем. И пока побежали, копнем твердую древесину. Так, они семечки не выдали, да, пока мне? То есть рядом деревья не посадили. Блин, закрыто. А, все, пошли. Давай грибное дерево срубим полностью, наверное. Я что-то не вижу от него. Да ладно, пусть будет. Сейчас будет зима, поэтому я не знаю. Эти деревья, они как бы выросли, и это нормально. Проблем в этом нету. Я их потом зимой как раз могу срубить, чтобы дерева было много. Если вдруг понадобится. Ой. Не, ну одно ясно точно. Благодаря иридиевым топором будем быстрее рубить. Собственно, как и с киркой. Но топор, он, видишь, не настолько актуален. Хоть у меня хватает ресурсов сейчас на то, чтобы это сделать, но если я хочу, например, все сделать в иридиевых сплинктерах, то ничего не выйдет. Давай проход здесь зачистим, а? Хотя как? Тут... Нет, ну только вот эти, если. Только если вот так вот все убрать. Волокна не берешь. Ага. 50 эссенций. И там еще иридий нужен, кстати. Для кольца-то. Правильно? Оно же иридиевое. 5 иридия еще плюсом. То есть 5 иридия на топор. 5 иридия на кирку. 5 иридия на лейку. А давай. Почему нет? Почему нет? Хотя, вообще-то нет. Нафиг надо. Что-то я фигню какую-то несу. Мне же нужно опять в эту пещеру спускаться. Это же ужас. Так, а, у меня 5, все хорошо. Пока что этого хватает. Золото есть. Золото вообще не проблема сделать. Золотую лейку или золотую эту. Лопату. Так, во сколько начинается фестиваль всех духов? Или как он там? Страхал ты, отдай мне это. Я не ложу это больше туда. Твердая древесина. Блин, а? Для Робин ее не сделал. Тут, блин, фиг сделаешь. Там вот маленькое деревце, я же его не срубил. Где оно? Вот. Тоже твердая древесина растет вроде как. Вот это вот, которое растет, это что? Подожди, это что, твердое? А, это твердая древесина. Вот это дерево. Давай срубим, может, семечку даст. До пенька только. Чтоб если чё... О, даже два дал семечка. Два удобрения сразу. Чтоб лучше росли. Чё они долго растут так?
Так, давай куда-нибудь вот сюда вот. Один вот сюда в угол. Второй сюда. Надо пруды сделать. Пруды — это, короче, куча водорослей, что-то такое там, да? Грязь. Не знаю, но... Вроде да. Давай, на всякий случай, грязь. Потом. Волокна. Потом. Разные виды водорослей. То есть вот эти, и пусть эти тоже будут. Не знаю, какие там нужны. Все вроде. А, камни еще, может, нужны. По-моему, да, 100 камней, что-то такое, да? Блин, камней-то мало. А почему камней мало? Я же только что из подземелья. Подожди, куда я камни потратил сейчас? Я только что из подземелья. А, я там так мало надыбал. Блинский, а. То деревья, то камни. Чё меня мучаете? Так, все, я пошел на праздник, отстаньте от меня. Там вроде ничего нового, кстати, нет, я чисто зайду, чтоб, ну, чтоб я, типа, был там. Там же ничего не происходит. А, там тыква. Это этот праздник, да? Да-да-да. То же самое? Ну, тетя Марти, я хочу в лабиринт, я не боюсь, да, то же самое. Так, теперь шоп, мы вроде как не купили. Чё-то. Фонарь из тыквы. Кстати, а чё бы нет? Давай вот рецепт возьмем, если чё вдруг сделаем. Так, пока нет какого-то желания. Могильный камень. Украшение для вашей фермы. Рядом с могилой деда, типа, поставить их. Редкое пугало. Я не помню, брал я его или нет. Ну, давай возьмем. Два редких пугала одного вида, это не страшно вообще. Пусть на каждом шагу валяются. Так, пошли возьмем тыкву быстренько. Я могу выпить что-нибудь? Дима, нет. Бежали по фасту. А, не туда. Все ваши секретные проходы мы уже знаем, товарищ Расмодиус. Тут, по-моему, проход... А, нет. Вот тут. Да. Вон там наверху тусуется. Все, победа. Можно вроде валить. Странно, впереди просто тупик. Но я готов поклясться, что впереди меня кто-то был. Куда же они подевались? Там был я. Тю-тю-тю. Жаль, что с каждым годом нет каких-то отличий вот в этих ивентах. Было бы прикольно. Ну, в смысле, если ты в первый раз не получилось у тебя, то как бы да. Лучше бы чтоб остался, чтоб ты такой типа, ну блин, хочу тот выигрыш и все такое. Но если победил в прошлый раз, то чтоб он как-то продвигался. Ну-ка, кстати, пошли пойдем к Эмили... А, Эмили в... А, нет, Эмили тут. Нравится фонари из тыквы? Я их сама... Ой, ясно. Те же самые реплики. У этого можно только разве что, у который с войны пришел. Я забыл, как его. Кент. Кент вроде, да. Кент и Клинт. Я их забываю что-то. Так, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3. Слушай, вот этот сундук что-то стоит уже давно, а нафиг он тут нужен? Все равно я не делаю уже ни виноград, ни хмель. Не дарю никому это.
Ну все, хватит бухать. Пастернак только что-то это тоже не дарю. Пэм. Можно было уж с ней закончить давно. Так, пугало. По-любому такое пугало уже есть, да? Кто поставить? Пусть день тут тусуется на проходике вот тут. Подожди, ну тогда вот этот вот товарищ пойдет в другой. Здесь, кстати, землю надо заложить чем-то, чтобы ничего не росло. Так, тут есть, тут тоже есть. Куда ее? Сюда можно поставить. Не. Пусть вот тут стоит. Отгоняет плохие растения, которые распространяются с бешеной скоростью. По-моему, я не успеваю до кровати добежать. Опять не туда. Ну и все равно не успел бы. Спи, спи, моя радость, усни. Денежки, да, потерялись какие-то. Мотыга, медь готова, все, пошли. Так, а королева соуса. Ладно. Я королева соуса хотел. А ризотто с папоротником. Ну-ка, давай поищем его. Ризотто с папоротником. Ой, блин, так, ризотто. Во, ризотто с папоротником дает, просто ничего не дает. Просто неплохо хилит, но мне такого не надо. Сегодня последний день, если клюква созрела. Блин, так я собирательство и не захавал. Так, доктор Харви, ты еще золотых хорош. О, чё, кто еще? Я очень рад, что ты теперь часть нашего общества. Прикладывай чек на 500 от фонда к помощи сельскому... Не понял. Это Льюис. А, нет, все правильно. Льюис уже какой раз не помогает, чё с ним? Он так рад, что постоянно забывает о том, что уже помогал мне. Так, значит, у нас на сегодня цель сделать пруды. Как всегда, погладить кролика. Так. Что ты себе позволяешь? Мне кажется, вот в этом месте дверь лучше убрать, потому что я постоянно открываю-закрываю, и там постоянно они сидят. Ты что делаешь, слышишь? Ты новенький, что ли, или что? Так, давай, ладно, закинем это. Почему только одна, конечно, потому что все там уже. В другой. Штуки. Подожди, это маленький, да? А, нет, бандит давно у меня. Странно. И они как будто бы не спариваются. Я новых коров, по-моему, не вижу. Хотя три я, по-моему, не покупал. Две, наверное, должен быть у меня. Так, лапки нету. Есть шерсть только. Можно сразу заходить, смотреть, есть ли лапка. Брать шерсть и закидывать. В коровнике. Вон два перчика, блин, дебильных. Будем, значит, ждать, пока эти два перчика синхронизируются с теми, с остальными. Так, берем семечки вот эти. Пока что вместо вот пшеницы, всю пшеницу уберем. Тут место было. Тут же ничего не зарастает, правильно? Блин, не влезет сейчас с этой ебучей пшеницы. А, это туда надо унести вообще-то. Вот этот бургер мне не нужен совсем. Можно его захавать, кстати. Для энергии. Собирательство, кстати, поднялось. Я и забыл об этом. Можно было сейчас хоть пшеницу получше это. Так, что еще? Где... Где древние семечки? Ага. Тут
тут скоро рост, так что все должно быть нормально. Затем мы, значит, берем пшеницу еще, наверное. Тыкву, может. Может, тыкву, может, пшеницу, не знаю. Пастернак возьмем. 4 дня, и то 4 дня, и это 4 дня. Ладно, пшеницу. Делаем огромные запасы муки. Только у нас тут вроде как не хватит семян. Так, ну, пастернаком докидаем. И вон, ага. 4 там. 6. А, 7. Так, нужно забрать пшеницу, которую я сюда временно положил, да? Пшеница. Ой, ко мне наоборот. Если место. А, так, а что можно убрать-то? Ничего. Значит, положи сюда. Пока что, знаешь, чего? Какой-нибудь блюд. А, ладно. Вот это. Вот это. И вот это. Все вроде там. Ты тоже положи, чтобы сделать вот так. Так, всю пшеницу на муку пускаем. Это сено, это не пшеница. Сегодня последний день, так что нужно еще кое-что сделать. Нужно пополнить запасы сена. Вот 6 прибавляется, все еще прибавляется. Да, наверняка уже они нормально съели. Нифига себе, все еще прибавляется. Все, 97. Так, отвалите-ка отсюда. Так, это все я посадил, они пока ничего не дают. Своих собратьев не растят. Так, мне сюда трюфели, конечно же. Понял. А где они? Ладно, неважно. Джим так, джим так. Идем к Клинту наконец-то. Железо с нами, железо с нами. Сразу отдадим ему обратно ее. Подожди, стой, ладно. Еще кое-что сделаем. Раз идем к Клинту, давай вначале разобьем животы. Я, конечно, понимаю, там кепочка, все дела, но... Мы Гюнтеру давно ничего не давали. И он нам ничего не давал давно. У нас тут ничего для него нет, случайно? Не, ничего нету. А вот эти вот снасти, конечно, фиг знает. Надо бы их использовать, я думаю. У нас сейчас тоже есть снасть. Это куда телепорт? Пляж, кстати говоря, неплохо. Места мало. Ну ладно, вначале к Вилли. Подожди-ка. У меня 2 угля в инвентаре. Успею ли? Ладно, попробую.
Так, вот и скорость двойная, и вот наше блюдо, которое мы постоянно будем хавать вместе с кофе. А, у нас тут, кстати, кальмара нет. А, нет, есть, вот он. Амара, то есть. Осталось 200 твердой древесины. Амара кто просил, кстати? Газ. Это хорошо. Это хорошо, наверное. Не знаю почему, но хорошо. Вначале ломаем живоды, потом к Гюнтеру идем. Место хоть есть. Так, спасибо за мотыгу, теперь... Да, я понял. Теперь давай-ка улучшить... Ой, расколоть живоды. Поехали с этой. Место освободится. Так, это уже было у Гюнтера? Да, было. Во, Гюнтер может рассказать хорошо. Это неплохо, но... Возможно, придется выкинуть. Так, это выкинуть. Так, это определенно выкинуть, потому что он один только и место занимает. Так, подожди. О, Гюнтер может рассказать. Так, вот это вот выкидываем. Два одинаковых, да? Нифига, двадцатка. Да, блин, мне еще специальный инвентарь для этого освобождать. Так, понятно, это продать. Что еще там можно продать? Вот это. Выкинуть, то есть. А, еще вот это. Это тоже можно продать. Железная руда тоже. К сожалению. Земляной кристалл. Вот это покрытие какое-то или что это? А, пространственный камень с красными количеством полосками. Так, уголь. Ну, уголь хорошо, в принципе, оставить надо уже. Много хороший. Так, это подожди. Так, Гюнтер. Гюнтер, если не написано, то продаем. Хорош. Давай еще угля тогда. А то я задолбался его добывать, искать. Так, ну это не эта фигня. А это я надеюсь, что есть. Ой, то есть нету. Да, но он есть. Это точно было. Ого. Так, это стекло, брызжущее при быстром охлаждении лавы. Такое было. Камешек. Так, это было, продавали уже, выкидывали, то есть... Так, золото. Охрень. Ладно. А, стоп. Чуть не забыл, ты чё? Так, вообще... Даже не знаю, что лучше-то. Мотыга, как бы, она больше вспахивать будет. Ладно, давай мотыгу. Можно было вообще и редивую эту сделать. Топор. Не зря разломал, я считаю, все. Так, передаем. Раз... Надеюсь, что подарок будет. Нету. Странно. Мне кажется, я уже достаточно дал тебе. Или может у него есть что-то, просто не забрал. Нет. Идем Гасу Амара отдавать. Подожди, что хочешь от меня что-то, что ли? На, вот тебе вот этот камень. Да, о вкусах не спорят. Не понравился? Ну как хочешь. Земляной кристалл кому подарить? Пэм, ты там это... Ты мне надоело, если честно. Так, подожди, с тобой уже полная. Пэм все никак не хочет заполниться. А, она в автобусной остановке. Давай на, бабушка. Ты что грустишь? Я тебя Амара принес вообще-то. Ой, здорово, дружище. Ч
что такое? Рассказывай. Ох, я тут пересчитываю прибыль за прошлый месяц. Дела у меня идут неважно. А хуже всего, что и мне тяжело это говорить, потому что она мне друг. Хуже всего, Пэм, она уже несколько недель не платит по счетам. Но я не могу просить ее об этом. Она начнет оправдываться, и я не хочу ее задеть. Выручай. Ничего, у меня сейчас будет последняя реплика, плати быстро. Гадина. Газ, очень пить хочется, ну ты понимаешь. Ладно, Пэм. А что тут происходит? Ну, деликатно. Правда? Это ужас. Оу. Ну, раз уж такое дело, я расплачусь. Спасибо, Пэм. Что значит, ну раз уж такое дело, я расплачусь? Одно дело, если он тебя угощает по своей воле, совсем другое, как бы, что ты приходишь к нему постоянно и пьешь. А теперь можно тебе и налить, Пэм. Че это? А, фигня. Так, а сколько времени прошло так-то? Опять 2 часа почти прошло, что за дела такие, а? Так, давай кальмара ему. Серии больше часа намного у меня сейчас, но при этом я все равно как бы... Так, Амар, все равно как бы, блин, дофига получается серии, все равно вперед сильно убегаю. 10-часовые серии точно не время делать. Я хочу еще в Slime Rancher 2 поиграть так-то. Вилли хочет, чтобы вы поймали кальмара. Зимней ночью в океане. Ну, в принципе, можно. Зимней ночью в океане. Так, а мне кроме этого ничего не надо? Давай подумаем. А, надо Кробин. Кробин надо что-то. Камень. Камня нету, да? Для Робин. С 15 уровня я, по-моему, камни добывал тоже. Там большие булыжники есть. Кофе сейчас закончится, скорее всего. Ебать, 14 минут. Крабовые котлетки. Нифига себе. Крабовые котлетки — классная тема. А сколько мое блюдо дает мне скорость по времени? Перечные бомбочки. Надеюсь, что достаточно. А, кстати, это любимое блюдо чье-то еще. Хочешь вот это? Спасибо, очень интересный завтрак. А, эксперимент. Спасибо, мне нравится. Так. Пошли в 15. А, не-не-не. Вначале Кробин посмотреть, действительно ли надо столько мне. Что-то я это... Времени теряю только много. Не понял, а где? А. На другой страничке, вот тут. Привет. Так, построить здание для фермы. 100 камней? А, 200 камней. Подожди, а сколько будет стоить? Магазин 200 камней. Вот, например, 5 камней. Ну, типа 1010 камней. То есть, если я захочу 100, то это 10 тысяч, а 220 тысяч. А пофиг, давай. Мне впадлу просто сейчас те камни бить. Это, конечно, очень невыгодно, и обдираловка, но... Пусть, так сказать, у нее будут хорошо дела идти. Мы же не за просто так подарили, а отдали. Правда, только одну — это мало. Так, значит, выбираем место для этого. Хоть где можно, вот тут. А, нельзя из-за этого. Так, тогда давай вот тут вот. Да, где-нибудь. Сейчас посмотрим. Раз, например, вот тут, если сделаем. Второй будет вот тут. Третий там. Смотри, тогда вот так вот как-нибудь. Вот так, раз. Через одну дорожку, вот так, два. Да? Первый будет вот тут, значит. Чисто 4 пруда пусть будет здесь. Окей. А я пошел наделаю себе камней. А то как-то их мало. Чё ты? Не люблю долго оставаться на одном месте. Так ты же здесь уже сколько? Ты потом исчезнешь, что ли? Не надо. Не надо исчезать. Я с тобой еще даже не подружился нормально. Вот на тебе. Будешь драться сильно. Отличный подарок, спасибо, пожалуйста. Так, у меня, значит, деревьев мало. По-моему, я не рубил в этом ходу. Ну и камней мало. Нет,
Деревья у меня для важного задания, так что я пошел деревья вначале рубить, не туда. Вот сюда. Там уже кончиться должно. 58 дней, нифига. Еще игровой час так-то. Так, они пока не дают никаких семечек от себя. Но я там все удобрил. Я так понимаю, что удобрены они не только как бы зимой могут расти, но и летом ускоряется рост. Что есть у тебя? А, жесткая древесина у нее же тоже продается, нет? У Робин. Продается или нет? Клюква, забор, улитка, вишня. Подожди, вишня. Вишня, вишня, вишня. Вишня. А, не, у меня есть вишня вроде. Подожди, если у Робин продается твердая древесина, то почему я ее не взял? И, кстати, можно ли купить у нее твердую древесину, чтобы выполнить ее задание? Или у нее не продается? Ну, что-то хз. Хотя даже если продается, то, наверное, такая конская цена прям ужасна. Слайм, отстань. А то убью тебя. Я тебя предупреждал. Вот и все. Вот-то вот так вот. Ты хотел меня убить и думал, что я не убью тебя в ответ? Нехороший слайм. Ты как здесь прошла? Чем бы заняться сегодня вечером? Да? Что такое? Это... У нее намеки чисто идут, понял? Чем заняться сегодня вечером, она имеет в виду как бы то, что ей нечем заняться сегодня вечером. И она это как бы для тебя говорит, наверное. Хотя, фиг знает. Она спросила, да, что такое, типа, не ожидала меня встретить. Может быть и нет. Иногда я тайно наблюдаю за местными жителями. Я надеюсь, что это отстань. Почему у тебя заданий никаких нет? Алло, чел. Ладно, сейчас убили главное. Сейчас главное убили тогда. Но почему у него задания нет? У него же должно быть вот это вот задание, которое мне открывает домики Джунима. Оно у него вроде как. Пойду-ка я, знаешь, куда? К железнодорожной станции. Если успеваю. Не, сейчас спать пойду. Закончу на этом серии, а на следующей... В следующей серии пойду к железнодорожной станции. Вот. Вот так вот и сделаю. Нормально. Пойдет. Хорошо, деревянные дорожки не ломаются. И все-таки насчет дорожек. Что у нас там есть? Вот 35 таких есть. Есть еще 65 таких и 94 таких. Давай деревянные, раз уж у нас тут деревянные везде. Вот тут заделаем. Как-нибудь вот так. Тут ничего лишнего не росло. Так, а вот в этом месте, наверное, камень все-таки. Грубый или? Пусть будет грубый, большой. Так, пока я тут ничего не посадил, пусть везде будет камень. Потом, если что-нибудь решу туда положить, тогда и уберу его. Так, камень сюда, потом. Всякую фигню сюда. Уголь, 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 уголь. Так, подожди. Раз, два, три. 15, да, надо. У нас с железом вообще беда вроде как, да? 6. Хотя 6 уже хватает на то, чтобы лейку даже улучшить. Это сюда. Там нужны только водоросли, камень и все, да, вроде? Что-то я как-то... А, камня 200, водоросли и золото, и все. Водоросли сюда. Волокна. Волокна не нужны были, правильно? Или неправильно? Я постоянно спрашиваю, правильно или неправильно, потому что я не помню.
Вроде так. Сыр сюда. На этом все вроде. Чего не хватает? Не то. Где наше блюдо? Перечные бомбочки. Перец и... А, перца не хватает. Но перец там постоянно сейчас сдаваться будет. Но вряд ли мы будем успевать его съесть. Корова Маня родила сегодня ночью. Окей. То есть у меня теперь новая белая корова. Не уверен, что она мне нужна, но ладно. Так, дары земли. А, вот вам мой совет. Перед тем, как заводить детей, вам нужно будет обустроить детскую. Малышу понадобится... А, то есть нужно улучшить дом, понял. А, духи сегодня раздражены, пофиг. Ой, зачем я это смотрю еще раз? Все вроде. Хаваем вот это, значит, кофе. И хаваем наше новое блюдо на скорость. Оно тоже только скорость дает, правильно? А, нет, еще фермерство дебильное. Блин, 6 минут всего лишь. Больше, конечно, чем кофе, но печально. Доброе утро. Здорово. Ах, какой прекрасный день, правда? Ну, наверное. Знаешь, я знаю почти обо всем, что происходит в городе. Не мудрено, я же держу салон. Я помню и твой первый день. А, да, на этом я серию закончу. Я забыл о том, что надо закончить. Вот, поэтому подписывайтесь, ставьте лайк. Там колокольчик, не колокольчик. С ним мы договорим в следующей серии. Ты вспомнишь, на чем мы прям конкретно остановились, потому что мы вот с Гасом встретили. И что он от нас хочет, ты тоже узнаешь завтра. Ой, да, завтра получается. Пока, пока.